Больше 13 миллионов новых рабочих мест созданы в городах Китая по итогам 2015 года. Это на 0,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. Данные обнародовало Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР. Глава ведомства Инь Минь заявил, что уровень безработицы в городских регионах остается стабильным на уровне 4%. 2016 год обещает быть непростым. Показатель может вырасти из-за роста числа выпускников. Среди других проблем – производства и замедления экономики. Страна проходит через период структурных реформ, меняя модель экономического развития. В прошлом году доля сектора услуг в экономике впервые превысила 50%. В целом ведомство довольно переменами, особенно реформой пенсионной системы. Китайская пенсионная система сейчас включает в себя 850 миллионов человек. Если не брать нынешних школьников и дошкольников, в будущем она покроет миллиард человек. Это значит, что охват населения составит 85%. Пенсионная система в последние 11 лет постоянно совершенствовалась. Средняя пенсия повысилась с 700 юаней в 2005 до 2200 в прошлом году. Самое главное испытание для Китая ⁇ это старение населения. Раньше на каждого пенсионера приходилось 3,3 работоспособных людей, теперь только 2,9. Сейчас в нашей стране разрабатываются реформы, чтобы справиться с этой проблемой.